Всем привет! Меня зовут Виктор, и мы продолжаем проходить Ведьмак. Третий Ведьмак. Дикая охота. В прошлой серии... Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых Томий. В прошлой серии я зачищал побережье. Вот, собственно говоря, сегодня я это и продолжу делать. Сегодня нужно это закончить. Это сегодня нужно закончить. Здесь я поставил отметку, куда я побегу, значит, да? Куда я, значит, побегу. Так, а мне нужно починить, во-первых, меч. А чё я здесь остановился среди дороги? Так, меч починить. А у меня есть... Это какой сломанный? Стальной. Это броник, а этот 40% чинит. Окей, сколько ещё? 77%. Давай вот так. Вот, стальной починили. Так, давай впятнемся. В пятку нажмем. И погнали. Это что такое стоит? Череп, что ли, там чей-то? Ну ладно. Череп так череп. О, блядь, а что здесь? А! Я думаю, что здесь лавка стоит. А кто здесь? Кто уже напал? А, уже? А, это каннибал? Капец, прикольно, когда там низкоуровневые соперники попадаются. Чувствуешь себя сразу таким имбачелой. Вот и все, да? Вот и все. Что и требовалось доказать. Так, что здесь? Где? Что есть-то? Так, мечи мне ваши вообще нафиг не интересны. Шлак ваш этот. Крона. Да кроны тоже там что-то по одной кроне собирать. Как-то вообще не смешно. Не смешно. Вот давай пустую бутылку возьмем. Так, а что здесь вообще у вас обшарить-то можно? Здесь что-то есть, да, в мешках? Что, еще что ли? Все, да. А ты где прятался? Где-то прятался, блин. О, что? Чертежики какие-то. Чертеж мастеров. Вырванная страница Артовар из Грифона. Ну, лады. А, так у них тут еще что-то какая-то есть. Комнатушка. А, ну тут бутыль воды и все, да? Ничего больше интересного, что ли? Не, вот здесь что-то есть. Краснолюдский этот спиртяга еще пригодится. Это я знаю. Ох, какой... Как они вообще, вот, трупаки же гниют, там вонища такая ужасная. Вот они вот висят, вот тут болтаются. Как они, падла, жили-то тут? Что они тут нюхали-то? А это человечина или, интересно, нет? Как-то на человека не похоже. А почему тогда не каннибалы, а у них тут мясо свиное? То есть они помимо человечины еще и другое мясо хавают тоже, получается, да? То есть такие, когда людей нету, жрем
под ножик корм, да, там свиней всякую, всякую херню. Понятно все. Так, давай, следующая отметка. Что-то далековато я его пиндюрил. Следующая отметка вон там. Ух ты, у меня ласточка закончилась. Что надо? Помедитировать? Ну давай, помедитируем. Так, медитация, по-моему, на вот эту буковку была. Все, мы медитнули. И... О, а что здесь? Типа никого... Ох ты, слушай, прикольно она. Меч проткну. Слушай, это похоже, это что-то где-то в каком-то фильме что-то такое было. А вот еще каннибалище. Каннибал, получи поебал. Да чтоб вас волки-то задрали. Откуда вы там все стреляете в меня? Откуда-то, блядь. Ого. Точняк. Все. Это все. Блин, нахер ты эту палку-то взял? Стремачную. Че здесь у тебя? Что-то как будто в это, в каком-то фильме я такое видел. Не помню в каком там, да, так проткнуто, пригвожденно было. Что здесь сокровище? Вот это чертеж. О, улучшенное седло. Ну-ка, мне вот седло, по-моему, очень даже интересно, потому что седло энергия 25, а у меня, а здесь сколько седло? Энергия 20. Ну, надо одеть надо. А шоры тоже надо одеть. Отвары из эхидны. Сколько всего, капец, тут просто. Здесь просто что-то нереальное, огромное, просто количество всего. Так, а здесь как пробежать лучше? Сюда? Или сюда, потом сюда. Давай, наверное, вот так. Да, вот так, давай. Угу. Да беги давай, что ты встал? Не очкуй. Не очкуй, Геральт. О, уже нарвались. Опять каннибалище, да? Потанцуем? Оба-на! Оба-на! Вот это ты нарвался! Вот это ты, Витя, встрял! Сука, я с этими не справлюсь. У них там 15 уровень. Череп. Каннибалы это 3 уровня одно. Не, с одним бы я, может быть, и справился. Но с толпой этих упырей, блин, не, сорян. Я еще с это... С головой дружу. Сука, они уходить, что ли, не хотят? Да? То есть эти мудаки теперь уходить не хотят, что ли? Ой, да что ты делаешь-то? Вот они. Не, ну у меня же тогда с этой-то получилось. Там полуденница, или как она, полуденница. Привидос-то, который там на острове кочевряжился. Я же его там объегорил. Так, от где? Ага, вот она. Все, я тоже у этих все забрал, что хотел. Шелк тоже заберем. И вы, короче, официально посланы.
болотники 15 уровня. Ну, давай, забирай. Так, давай смотрим следующий этап. Куда у нас? Вот сюда у нас, да? Мы побежали. Все равно через болотников придется бежать, да? А потом еще и плыть. Да блин, Геральт, ну что ты? Такой, сука, неуклюжий. Что же там на острове-то будет? За чудо-юдо. А слушай, когда вот он на ускоренном плывет, он это... О-о-о-о! Тут настолько крутой противник, что я даже уровня его не вижу. Баба кламбищенская, она меня просто укатает. Вообще за... Укатает просто за милый мой, вообще за милый мой. Если бы было видно хотя бы у нее уровень там какой там, да? А тут, наверное, выше 20 уровней превышения. А тут еще вот болотник там, да? Не, болотник, иди в болото. Иди нахер. Крушина. Плывем. Ну. А, это военные трофеи. Что-то там должно быть, ну, хорошее, хорошее должно быть. А вон эти вурдалаки. Ну, я же знаю, как их этих вурдалаков-то отстреливать. С арбалета. Шмаль, шмаль. И все. И нету вурдалаков. Что-то я не понял, там надо... Так, ныряем тогда, да? Спасибо. А то мне пришлось бы самому. Так, а где трофеи-то? Где чё? А, вот что-то тут надо... О, подожди, а чё за фигня? Ну, а как я осмотреть? Ну, осмотреть и чё? Осмотри, Геральт, да в рот тебе ноги. Сука. Дурачок, блядь. А как, подожди, под водой осматривать-то? Сейчас же меня сожрут. Не, ну мне... Мне ж охота осмотреть. Блин, промазал. А вот теперь нет. Не, ну подожди, ты вот мне показываешь осмотреть. Активная кнопка, я нажимаю Е. Как мне надо... Как осмотреть-то? Ну почему ты не это? Ну вот. Ну, ну осмотри, ёптать. Что ты осмотреть-то тут хочешь? Или не хочешь? Что-то херня какая-то. Не, давай-ка еще, мы попробуем. Я просто так не отступлюсь. Это вот утопец тут этого, которого я... А, нет, это, блядь, ну ты слепошарый вообще. Рыбки, рыбки. Ну... Я вот не понимаю, ну и что? И чё, здесь пробоины больше никакой нету. То есть всплыть куда-то это... Ну давай за ноги меня схвати. Чё, мне самому нырять что ли? Где-нибудь что-нибудь.
А, подожди, вот, может, еще сюда можно как-то... А, вот. Не, ну тут... Тут есть, конечно, какая-то... Стальной меч школы волка. А, ну это может быть то, что вот... Сука, надо всплывать, всплывать, всплывать. Геральт, всплываем, всплываем. Всплываем, всплываем. По-бырому, по-бырому. Там еще что-то осталось. Давай, плывем. Заныриваем. Что здесь у нас еще интересного есть? Пластина какая-то, да? Ну чё ты, блин? И еще что-то, да? Акитонс Аркскельге. Все, вроде все я собрал, да? Не, ну почему ты... Почему осмотреть-то не получается, интересно? Ну-ка я выплыть смогу через вот это вот отверстие? Ты пока сможешь выплыть, блядь, ты это... А ёптыть! Стоп, 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 давай, все, все вперед. Все, плыви, плыви, ёптыть, вперед. Экспериментатор, ты херов, блин. Не, мне надо вот все-таки я хочу вон там его насмотреть. Что за беда-то там? А я что, еще уровень не апнул? Блин, как вот? Вот. Это же знак волка. Но это может и говорит о том, что это. А смотреть, ну, никак вот не может ее там. Неактивна она кнопка. Это, скорее всего, как-то надо этот корабль, если осушить, там, поднять его на поверхность. Тогда, может, как-то она доступна станет. Но пока что она недоступна. Так, что у нас тут есть еще? У нас есть вот это. Да? Это вот это есть. Погнали туда. Ох, шторм начинается, и мы тут плаваем. Но она... Активное еще задание. Я не понимаю, как его осмотреть. То есть оно еще активным осталось, по-моему. Вот оно, оно. То есть там... Что-то я еще не нашел. Там неактивно действие. Ну, вот это вот. Потом, если я там погуглю где-нибудь. Ну, тут нормально, 9 уровень. Я должен этих... Должен я их умотать. Блин, я лучника не вижу, где он прячется. Так, мне надо Квен. А, нет, Квен это защита. Какой там? Акси, Акси, Акси. Да. Чем ты займешься моей жопой? Ты что, дурак, что ли, блядь? Ты гомосек, что ли? Но...
Ох ты, как красиво. Слоу-мо такой. Фу. Но мне вот в этом... Как он там? Skyrim тоже там вот эти вот анимации медленного убийства такая прям... Прям шикарная. Прям шикарная анимация там. Так, это какашка какая-то. Так, а вон там этот. Ну что ж, как угодно. О, блядь. Нехорошо. Базара нет, нехорошо. Ты, может быть, меч... Давай попробуем тебя в рукопашку. Сука, в рукопаху. В рукопаху умотал, блин, дурака. А, еще что ли есть? Я думал, это все. Все. Надеюсь, все. Это тоже синька. Ну, она как бы нужна только на эти. Продавать, если. А так больше нахер. Ух ты. Так, давай записаньку прочитаем. Ой, записка работника. На прошлой неделе напали мы втроем на прохожего. Выглядит он такой шмакодявкой, голос поднимаешь, а он и обмочится. Да только с виду все обманчиво. Он так мечом махал, что мне ухо отхватил. Олафу Гузна поперек разрубил, так что тот до сих пор сесть не может. А Ивар так отоварил рукоятью по башке, что у него до сих пор все перед глазами кружится. В конце концов мы его зарубили. Известно каждому, смерть неминуема, коли врагов куча. Но оказалось, что у него в мешке только... Пара крон была, и на пальце медное колечко. Вот и все ценности. Выходит, грабеж не слишком доходное дело, раз мы больше травницы заплатили за лекарства, чем с него сняли. А тогда Олаф и говорит, чего, мол, нам прохожих подстерегать, подставлять шею, когда золото прямо в земле лежит на кладбищах. Труп защищаться не станет, так что риску никакого. Ждать целый день не надо, пока кто-то по дороге проедет. Потому что на одном погосте пара дюжин людей уже лежит. Каждый надгробием отмечен. Ходи да собирай. Я вот тоже думаю, и думается мне, что Олаф дело говорит. С завтрашнего дня от большака станем держаться подальше. На могилы пойдем за добычей. Сука, молодцы, да какие. Мертвецы безоружные. Ну-ка, блин, я хотел отследить новое задание, не успел. Мертвецы безоружные. А чё, почему ты красным-то горишь? А, ну это типа... Типа да. А чё? А, стой, подожди, и чё ты? То есть это мне надо было задание, что ли, у вас тут вот это взять? Там, да? Мертвецы безоружны. Подожди, и чё, ну? И чё вы хотите, чтобы я по этому заданию пошел? Так, давай-ка мы задание. Задание. Где тут мертвецы безоружны? Мастер бронник. Ну, я тут не вижу. Основные доп. Охота за сокровищами. Вот. Мертвецы безоружны. Вот он, да? Ну-ка давай глянем, где это. А, ну это вот рядом. Ну давай прогуляемся. Так, только в пятку нажмем и мы помедитируем. Медитнем. Ну что ж, как угодно. Не отпускай его. А чё ты-то стоишь хоть? Ты хоть защищался, что ли? Вот так, все. Двое. Вот тут этот с дубиной.
А этот тоже с дубиной. Так, ну и чё? О, что-то отрыли. Это ключик от того сундука у меня, что ли, был, да? Нормально. Ультиматум. Перегруз, блядь, перегруз. Давай глянем. Что за ультиматум? Ух ты, какая красотка. Ух ты, как... Не, ну ты же не красотка, ты ж красот, да? Ты ж мужик. Ты ж мужик, получается. Ну вот давай мы тебя и оденем. Ультиматум. Так, вот это вот надо выкинуть. И вот это надо выкинуть. А что, вы палки так легко мало вешаете, что ли? Подожди, вот перчи. А, ну это херовые перчи, да? Это что за сюртюк? Это херовый сюртюк, и это... Не, ну вот этот получше, да, получается? 47. А сколько у этого броньки? Вот 42. Вот тебя давай оденем. Так, и чё, мне надо тогда вот в этот ультиматум что-то еще шанс вызвать оглушение нет, мощь знаков нет, горение нет, выбить равновесие нет, пробитие доспеха, ага, отравление, адреналин, мощь знака, вызвать заморозку и... Так, мощь знака надо поставить, да, и пробитие доспеха. Ну, то есть я же типа с людьми буду, с серебряным, с стальным мечом, я с людьми же сражаюсь. Поэтому смысл мне. Так, мощь Аарда, мощь Игни, мощь Квена, мощь Аксия. Ну, а, подожди, мне же еще надо что-то выкинуть. Надо еще что-то выкинуть. Что же еще? Вот это 39 стоит, этот 706, этот 31, а этот 32. 31, это, ну, то, что стоит 30... Эй, стоп, факел выкинул, блин. Ты зачем факел выкинул? А, дурик. Так, все, ну теперь-то с таким мечом, конечно, мне вот сюда только и бежать, да? Так, в пятку и в путь. В пятку и в путь. Ух ты, это что такое? Я надеюсь, мне грифон. Слушай, у меня желания нету. Хотя там что-то кружится. А что ты там кружишься? Это что такое там показывает? Я на карте могу это как-то посмотреть? А что ты вот показываешь мне тут? А, это где-то в пещере, скорее всего, да, получается, вот эта херня. Это в той пещере, которая там надо заходить. Не, неохота сюда идти. Вообще неохота. Давай. Ого. Призрак. 13 левел. Ты один? Нет, вас там двое, да? Сука, опасно с вами. Подожди, а когда я уж уровень-то апну? Я сколько могу-то? А, 7. Я уже должен был апнуть уровень. Или подожди, или я в прошлой серии уровень апнул. Я что-то забыл. Задание, умение, персонаж. Нет, ну да, у меня одно очко-то есть уровня. 5, а получается надо вот эту мощную атаку, да, использовать. Окей. А что у меня? Тут только здоровье, на урон нихера нету. Блин. Не, ну мне прям интересно, что там такое, призраки. Так, против призраков надо вот эту вот, Ирден использовать. А это ты там орешь? Я думал, призраки тут так орут. Я их испугался. О, раз, два, три, четыре. Не, ребят, вы сильно... Вы с это... Сильно суровые вы для меня. Много тут, конечно, у вас добра лежит. Я понимаю, но вы для меня сильно суровые еще. Я маленький, семиуровневый. Геральт. Поэтому я от вас пока что убегу. Я хочу найти какого-нибудь человека, чтобы на нем опробовать свой новый меч. А вы мне
призраков каких-то там 13-14 уровня подсовываете. Несерьезно вообще, несерьезно. Так, сейчас походу вот и будет какой-то замес, наверное, возле этой херни. Да, там какие-то тела ходят. Призраки, но это 7 уровня. 7 уровня еще ладно, хер с вами. Покажи, что умеешь. Эй, призрак. Так, ну двоих одолел. А по сути, а тут только, в принципе, двое и было, да? Тут только двое и было призраков. Ну-ка, пойдем глянем, что тут у тебя. Наверху стоит сундук. В сундуке лежит херня всякая. Всякая херня. Ну, что-то вырванное там какая-то из драконида. Слушай, ну все, я зачистил практически все побережье, кроме вот этого вот. Здесь у нас высокоуровневый. Здесь я так и не понял, как активировать в пещеру. Слушай, ну если в принципе в пещеру горит серым вход, значит там что-то осталось. Ну это гнездо чудовищ там, да? Давай сгоняем в пещерку, посмотрим, что же там у нас осталось. Что же могло-то в пещере остаться такого интересного. Так, ну-ка давай мы перчику съедим. Водичечки хлебнем. Так, это куда это я тут встрял? А что я тут ввязался? А там, где есть гули, обычно бывают. Ой, ёпара, папа, видя, выйди, валим. Бегаем, сбегаем, ёб твою мать, у них даже уровня не видно, блин. Нихера ты. Герой, это врубай, ну это. Врубай аккуратней-то. Ничего себе, блин. Зачем таких этих? Стой, подожди, что за звук был? Такой странный какой-то это. Как бы вроде такая низкоуровневая локация идет. Малый такой, хоп. Всякие. И вдруг такие серьезные соперники, блин. Ты как бы не ожидаешь. Медведь. Так, против медведя. Ну-ка. Акси поможет против медведя, нет? Слушай, ему вообще хоть бы хуй, смотри. 12 уровень, ему вообще пофигу. Ему пофигу. Геральт, ты успокойся. Отпусти Мишку. Кто там визжит? А, так. То есть ты идешь драться, да? Ну, сука. Ты сам нарвался. Пошел нахер. Я не хотел тебя убивать, косолапый. Но ты, падла, меня вынудил. На. Ого, блядь. Ага. Отскок. Блин, нихера ты. Ну, хоть не сильно втащил-то. Хоть не сильно втащил.
Со спины, со спины. Прости, косматый. Сам нарвался. Перегруз, да? Теперь надо думать опять, что выкинуть. Но это 706 стоит, а этот 39, а этот... А этот 32. Соответственно, мой выбор падает на тебя. Ну и что, вот я сейчас пойду в эту пещеру. Подожди, а это не та пещера, с которой это... Скайраймец я вышел отсюда. Это же она, по-моему, да? Это где с дикой охотой хлестался тут вот. А что здесь олени делают? Стой. Подожди, ну тут кто-то шарахается. А кто здесь шарахается? Что-то не понял. Тут как бы нихера не видно. Но это, по-моему, та пещера, где это, Скайраймец я был, да? Если я не совсем... А, ну тут же горгулья была там тогда, да? Там была горгулья, которую я так и не смог одолеть. Опа, только не падай. Может, я сейчас тогда ее смогу замесить? Ага. Хотя она жесткая. Да ну нахуй. Горгулью эту. Из-за сердца горгульи. Сейчас я там буду корячиться там, блин. Хер знает сколько времени там пытаться ее убить. Меня будет бомбить там, подгорать у меня все будет. Нахер ты нужна. Геральт, может ускоришься, а? Хватит. Хватит, блядь, медленно ходить. Лань. Все, вот, пошли. Под дождичек давай. Так, давай глянем, что у нас тут. Деревня Стёжки. Так, мне надо в любом случае в деревню тэпнуться, чтобы до сюда вот добежать, чтобы, ну... Так, давай попробуем. Там же в той деревне какие-то упыри были. Ну, может, телепорт будет работать во время там боя или чего там. Волчары воют. Блин. Не успел активировать. Они вроде не сильно-то и нападают. Давай мы сделаем вот так и предпримем еще одну попытку. Давай. Да нет, там я с медведем-то 12 уровнем возился, а этого даже уровня не видно. Сколько я с ними провожусь, вообще хер поймешь. Давай глянем тогда, куда мы можем пойти еще. Вот здесь может тоже как... Да нет, хер его знает. Ах... Погнали вот сюда куда-нибудь прогуляемся. Блин. Нам все равно надо это. Нам все равно надо... Где-нибудь...
А, это призраки, что ли, опять эти очухались? Я ж вас убил уже, что вам надо? Шайтан машины. Да, сейчас во всех играх современных мобы ресаются. Это в старых играх убил и все, и никто не ресается. Я вон в Готику в третью играю, так там убил и все. А тут они оживают. Игра сохранена. А с чего бы вдруг тебе самой сохраниться? Впереди меня какой-то сейчас замес, что ли, ждет? Я с это свой нос сунул не туда. Так, ну тут. Так, ну ладно, здесь хоть что-то взять можно, а ты? А с тебя нечего взять. Ну, тут разруха одна. Тут ничего нету. Так, наметим дальше. Блин, тут по побережью-то бежать и это. Вообще, а что здесь такое? Доска объявлений. Может, оттуда пробежаться? Тут тоже доска объявлений есть. Давай. Ладно, мы сейчас... А. Так, а там плотва на какую вызывается-то? Вот, на эту, да. О, плотва. А я сейчас тебя как должен оседлать-то? Зашибись, блядь, вызвал лошадь. Чё, сейчас тоже тут мне где-нибудь это... Утопнешь. Прикольно. Вызвал, называется, кобылку, блин. А она увязла там. В текстурах. Здесь какие-то эти меня встречают. А нахеры, да, меня встречают. Ну вот что-то у вас что-то мало у вас нахеров вышло ко мне навстречу. Сердце нахера. В той же позе, только без меча сидит тетка. Так, это что такое? Альгуль. 13 уровень. Там сокровище какое-то. Блин, ну раз я увидел сокровище, придется, значит, драться. О, ебать. А, так он еще и хилится, да?
Не, я не согласен. Не согласен. Тут локация, которая, по-моему, уже высокоуровневая. Только надо было все-таки в это, в обратную сторону, в деревню бежать. Все-таки 6 уровней. Это серьезно. Подожди, это эти? Эдриганы? Или как они там? Не, я нахуй с вами тоже драться. Вы... Хотя бы всего 9 уровня. 2 уровня разница. Так, мне надо медит... Блин, вот это мне медитнуть надо. Так, ну-ка, чё, кобылка-то подойдет моя, нет? Во, наконец-то. Плотвичка, погнали. Погнали. Блин, лошадь. Сука, лучше без лошади. Сколько мне еще бежать-то? Ой, блядь. Я только... А, так тут еще... Подожди, так тут еще... вы чё там как эти бежите? Откуда у вас столько? Короче, плотва, иди ты нахер. Ты какая-то это. Вроде ты и плотва, а плавать-то не умеешь. Тут не забежать. А, я помню это место тут, блядь. Искать туда проход долго придется. Хотя, может, вот здесь удастся обойти. Пора в путь. До края света, дальше живут драконы. Возвращайтесь. Я возвращаюсь, все, спасибо. Вот, окей, да, это отлично. А, ну все, теперь вот здесь. Дальше живут драконы. Прикольно написано. А, вот, наверное, вот это разрушенная эта деревня. Ну где-нибудь этот есть там перемещалка-то. А. Что за херня-то? Что за деревни-то такие, что? Туманники, да? Ах ты ж. Да что ж так не везет-то? Куда ты? Да блин, не та клавиша. Ой, блин.
там вообще какое-то вон дерево лютое, жуткое. Новая отметка вход. А ну, мне сюда еще рано. Сюда еще рано. А я думал, это вода, короче. Я думал, это вода. Спрыгнул такой, как ни в чем не бывало. Это ни хера не вода. Вообще даже далеко. Даже не близко была ни вода. А ты такой герой туда спрыгнул и все. Типа а-ля улю. Ну отгрузись быстрее, что ты там так долго думаешь-то? Так, это где я? Я возле... То есть я вот здесь, да? Это... Когда мне проще... Проще... Слушай, вот если здесь доска объявления, значит и телепорт должен быть. Давай-ка мы вот... А, надо же метку было поставить. Странно, я ж, по-моему, сохранялся. В пятку. Ну, ладно. А, да блять, вот так ты. Я хотел в бочку втащи ударить. Чтоб его подзорвало. Но не получилось. Подожди, а что ты мне показываешь? Что типа у меня уровень апнулся или что? Это же... Я разве какие-то умения... А, так я умения не распределил. Вон оно что. А я-то думаю, что я такой слабый, не могу 13 уровень завалить. А я, оказывается, одно очко это я не распределил. Ну, сейчас-то дело попрет. Сейчас-то я их начну налево и направо крушить. Крошить или крушить. Что-то башенка какая-то с огонечками. Так, давай мы вот здесь. Что-то мне эта башенка вообще доверия не внушает. Стоит здесь такая себе. Сама по себе. Но если стоит, то пусть и стоит. Не надо ее трогать. Придет время, мы к этой башенке вернемся. Да? А пока что мы дальше тренируемся. Волны-то какие, прям волны. Вот странно, вот сейчас я плыву на ускоренно, ну, ускоренно плыву. И у меня не расходуется энергия. А зато, когда ты бежишь, энергия расходуется. Хотя плавание, блин, оно, по-моему, это... В плане энергозатрат сильнее, больше, чем бег. То есть плавание более энергозатратным является, чем бег.
Так, все, давай мы еще. О! Ничего себе. Кто бы мог подумать? Что здесь мы что-то еще найти? Аллилуйя, я наконец-то цивилизацию нашел. Я нашел цивилизацию. Вот она, досочка. Давай возьмем. Что тут, Маша, есть? Давай посмотрим. Там барыги. Приказом коменданта. Ну, там уже несколько раз читали. Какой ты... А что ты на стул залезла? Тайна деревни Стёжки. Не, спасибо. А что там в мире слышно? Ну, что такие долбоебы, как ты, стоят возле двери и спрашивают, а что там в мире слышно? Кузнец. Я что, знаю, кто ты такой? Да я Геральт. Но... Покажи мне свои товары. Покужи, покужи. Чертеж. Ну, это мне нафиг чертежи всякие там, да? Так, продать на пробел. 7, вот этот. 164 стоит. Этот не покупает. А, у него бабла уже не хватает со мной торговать. Вот ты какой. Так, давай мы тогда у тебя вот это купим. Это же мне пригодится все равно. То есть это мне нужно будет? Чертежи. Блин, вот если бы было понятно, какие я выучил, после прочтения останется в памяти. Ну. Так, 47, ты вешаешь 6, 1. Ну вот тебя, значит, надо продать. Потому что ты много вешаешь. Ну, все, наверное, да? Все, что можно. Бывай. Бывай. Так. Что тут можно взять? Мне надо сохраниться, то сейчас возьму, блядь, себе на это, на жопу неприятностей. Так, а тут продавец есть еще, да? Есть торговец. Может и есть. А у тебя? Покажи свои товары. 160 монет. Так, это укрепленные сидельные сумки. Во-во-во-во-во. Вот это мне и нужно было. Вот это мне и нужно было. Так, вот это, вот это. Это мы продадим. И... вот это мы продадим. Нормально. Все. Хорошо, хорошо. Нашел. Давай. Хоть груза можно собирать теперь побольше будет. Вот сколько у нас. До 130 сразу поднялся груз, поняли? Круто, чё? Все теперь. Теперь можно дольше в деревни всякие там не захаживать. Так, что здесь? Надо вас обобрать подчистую. Боги от нас отвернулись. Лучше в те болота не лезь. В какие? В какие болота? То я же сейчас пойду там по болотам. Короче, ничего у вас тут путнего нету, да? Старушка. Ты ведьмак? А ты не видишь? Ты, может, слепая уже, да? А как ты это подметаешь, если ты не видишь? Отвали. Все, отвали. Мальчик, мальчик. О, а что опять? Я ж только что там все собрал с доски объявлений.
Опять появилось что-то. Так. И чё? А, подожди, тут продавец, продавец. Чё-то дофига купцов тут у них. А вот ещё. Появились эти, да? Ага. Окей, окей, окей. Так, ну что? На сегодня тогда давайте, наверное, закончим. В следующей серии мы вернемся к сюжетной линейке. Продолжим по сюжету, погоняем. То есть маленечко подкачаться нам надо, уровень повысить. А потом уже снова пойдем позачищаем там различные места. Потому что, ну, здесь высокого уровня мобы, которыми я справиться пока что еще не могу. Вот. Всем спасибо, ребята, что кто меня смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И до новых встреч!